На кого-нибудь хилов? Да не надо ни на кого. О, нормально. Мне кажется, на хило как на хила какую. Ну вот, меня завтра не будет, ссылка, так что микстурка завтра осколки собирает. Ты подожди, шреддер ворвется. Хуеда ты нахуй. Микстурка собирает. А кто выше? Ну тот, кто не ходит. А кто не ходит? Ну шреддер. Кто у нас? Шреддер не выше тебя. Сейчас нахуй еще шреддера. Давай еще Алисе отдавать нахуй. Давай будем, блядь, собирать шреддера всем полгода на. Один шрем, блядь. Клыкач, путаница. Клыкач. Алло, Клыкач, давай раздупляйся. И открывай Т5, давай свою. Еще два чека и 100 ГП. Да вон у тебя Виби на замене, кикни его, пускай вылетает пока что, эта минута идет, и самолем Виби, и все. Надо подождать. Клыкач где стоит? Не тут, нахуй. Окей, блядь. Просто кикни его пока что. По-моему, он двигается. Все, он тут. Подтвердил, да? Повезло, я да. Уже, блядь, открыл ЕПГП, нахуй. Да, бедный в Виби, на. Мастер, ну давай начинать. Танки вперед. Видишь, что со Салкина надо делать? Все под босса станьте, блядь, что вы творите? Ах, под босса зашел. Войт, кусаешь турбо. Скоро роющиеся тени. Я ДНМ. Паново кусишь штурба. ШВ? Нет? Сейчас скажу. Давай ШВ. Кто ты, блядь, сюда пришел? Хочу тут стоять. Че тебе надо, нахуй? Сейчас зеркало потеряешь, упадут миники. Да, тут два. Дали герой.
меня укусишь. Войд, кусаешь Шулана. Пан, кусаешь раздаваку. Отбежали все, отбежали. Слушай, сместились. Чулан, стой, назад беги. Назад. На ком было? Вентер. Готовьте взлетка, все пошли на центр. Гимны тут отдайте, если что. Все просто гимны отдаем. Только не сейчас, а вовремя там. Даем. Кого кусать? Кого укусить, это Дашенька, главное. Угу. На служи, блять, выйдите! Моя прелесть. Приятного аппетита. Да вен ты, блин, нуб какой-то. А вы чё, хилы вообще перестали хилить, что ли? Добивайте босса. У вас 10 секунд, 15 даже, 17. Блин, говно просто. Блядь, Шреддер так хотел этот щит. Щит на протопало. Почему они платину попов рейты? Чё там, D7 поставим, да? Кому? Ну вон там. Челики там. Щит ролим на мейнспек. Ой, ебать, нихуя себе колечко. В натуре надо же квест дать. Ё-моё, почему вы всем сейчас на поешку падают? Сейчас нахуй, сколько ГП начали слезть за боешки, нахуй. А, сейчас мне нахуй. Мне за всю жизнь на боешку упало, это нормально. Так, никому щит не нужен. На транс? А, если он никому не нужен, можешь дать гарема. У меня и второй попал. Спек. И нулерол нахуй кому надо. Счастливого пути. И попало отдать. Щит ну, в лоб забирает. Ты пополни танчик. Гарема тоже не танчит, насколько я знаю. Я видел, хотя, возможно, это Рез было потанчил. В мире, но я видела, как он танчит. Я видела, нет. Как он с пугами. Вот вчера у нас резка была, я вам танчил. Я не был. А, ну, сори, я не знал, что я не был. Ты с собой эту на синдрулича сразу поменяй, и там, не знаю, ну, потому что он зальет нас, вайпнет глыбу эту, заморозит весь рейд, там, я не знаю, где-то стопудняк, сова эта. Ну, потому что не отбежит, ничего не сделает, не успеет. Первое, второе пароло. Хорош. А тебе ути нахуя? Чё нахуя, блядь, на танк? Так это 4 вообще-то, да? Пока я потом, блядь, хм, одну шмотку-то буду делать.
Ох, и утя. Я пуляю? Да пуляй, ты не сдохнешь, блядь. Хильти главное. А может, и сдохнешь. За хил. Прожимайся. Там как вот ты заходишь в толпу, сразу незыбку надо отдавать. Да я отдала. Сейчас это тоже не сокрушило. Охуенный у тебя язык, утина. Да мне не надо, нахуй, я потом заберу, мне посрать. Ты про чё? Про токи. Нет, ты говоришь язык, охуенный, это чё? А Биби в следующем виклике у тебя будет опять говорить. Почему мне токен не подарил? Малик тут. Слышь, Варшок, блядь, угомонись, нахуй. Это была, блядь, речь про Т4, которые мне нужны на прот Варшок. Ренты на замену, нахуй. Чё там кто-то есть там сразу? Утю говоришь мне, да? Да, я не знаю. Не Утю, а Венты. Ну вот путаницу. Путаницу на Синдру. Пускай на Вальке будет, а потом на Синдру. Зайдет на Элема, если надо будет. Да какой Элем, блядь? Она на Синдре затупит и не отбежит. Зеленку даст. Ничего не умрет. Я хочу, ребят, потанчить Синдру, можно? Мне так всё понимаю, так, как Синдру на профи. Каждый трой, который ты будешь на этот, умирай 300 ГП. Если умирать, это не про хила, ебать. Да? Да. Танк хилит себя сам. Правда, такое говорят про БДК танк, ну ладно. Какой нахуй не за хил? У вас два холипала, о чем вы говорите? Так подожди, сейчас посмотрим, как стаки будут ловить. Посмотрим, нахуй, я даже никого не буду спекать. Два холипала плюс Аршам летает, нахуй, в порталы. Хотя, нихуя, два холипала только летает в порталы. На два приста рейд не хочу оставлять. Так а нахуя тебе императора спекать тоже? Пускай они летают с императором. Не с кем-то. Аршам 2 БЦ. Хочу посмотреть, что эти холипалы умеют. Да нихуя они не умеют, блядь, Аршама туда кидай, да и все. Да Маликета спекните, ну боже. Ну или Маликета. Маликету думаешь охота? Давайте я на холипала зайду. Ну, блядь. Давайте я Ардру сделаю и зайду. Кстати, вот, а это ты? Изгнание. Это я, да. Сейчас мобы вас уебут. Ты рогу начал качать? Ты чё, с ума сошёл? Нет, я тебя серьёзно спрашиваю, ты начал рогу качать? Нет. То есть у тебя нету войд чё-то там, 10 уровня? Да нет. Знаешь, сколько уёбка в доту играет? Да я не играл никогда в доту. Не челик. Что вол? В смысле, я отвечаю, прям. Ну, по-любому это твой рог. Ну просто у кого еще такая фантазия может быть? А какой? Это запатентованный ник, чё вы прикопались? Первые 4 буквы Войт — это мэйперсы все. Танки, вы там не охуеваете на... У тебя одного моба не может удержать, и вы, сука, целый пакса. Тьфу ты, блять, аж сам, сука, горю от того, что я называю Ути, нахуй. Я Кутия, ёбан. Хорош. Наверное, он уже Ути не понимает. Вот он на Сидре так же развернется, ебалово.
Господи, я так хочу, чтобы какой-нибудь протовар, например, Void, желательно Void, одел себе 4-5, и я буду танчить его костюм. Буду. Да вы обкурились, что ли? Void одевай 4-5 на танк. Он так одел Т4 на танк. Вот 5. 5 Т4 надо одевать. Согласна. Нет, как меткости привет. Похуй, камни въебем. Ну я, кстати, при кап меткости, я вот идеально попадаю. А вот когда у меня ровно кап меткости, я миссую иногда. Да, потому что ты дух. Да. Кап магической меткости 17%. Чего? Да вот. Ты пропал. Ты пропал. Это куда кап магической мет, и все. 17%. Глупый крок. Привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы. Копало риснули. Это как этот поцик был. Трэш сзади. Опасно вот этот. В шапке-то с сигой. Хули тут так мало? Это наша меткость, блядь. Бля. Ты выебывался, я тебе ГП дал. Блин. Сука, такая ностальгия по этим стареньким мемным видосикам, я просто... У меня ностальгия по тому, как я с Вальки чаржился вмешательством в танка и в воздухе прожимал глухую оборону. И лич ударял по танку, и по мне приходил крит 42 тысячи, а у меня было 43 тысячи хп, и я выживал. А еще когда я в лезвие, через лезвие делал вмешательство в РСК. Маги не могут блинковаться через лезвие, а я могу вмешательством. Вот это было круто. О, ты, кстати, для меня открыл что-то новое. Буду знать. Ты пробовал блинковаться? Ну теперь не буду. По-моему, убивает их. Еще... Но просто. Еще глыба не спасает, еще бабл не спасает от лезвий. Христовский дух спасает. Блять, хули он там спасает? Он прокнет раз, если ты в лезвии продолжишь стоять, то ты сдохнешь. Маликет, хила. Вы его за субботе. Я кидал дух за холеприста на челика, кто метку выносил и в шарик побежал. Ну, там затащил чисто щиток крестовский, что он выносил и побежал к рейду. Дух прокнул, повесил СКД 3 минуты на дух. И он выжил. Да дух вообще редко когда вкатывает. На кого был Сакс наехал, когда ливнула Лианочка, он походу на Лианочку наезжал. Кто помнит? Ну, я не помню. Кто такая Лианочка вообще без понятия? Денис. Насколько я помню. Какая-то баба была. А, Паниса, на турист. Фулл ребаф раздали. По маликету еще блоку кинули МК маги. Сосалки на рейде. Щитблок попал. Ой, щитблок плюс. Маликет летает в порталах. На маликета ставлю звезду. А Шамов что-то не спекал. Не надо никого нахуй спекать. Два холли пала должны захилить. Быстро причем. Тут тебе стрит не надо, стоишь, хилишь рейд, все на. А на синдру будешь ссалки на меня менять? На синдру поменяю.
Бычья голова. Император Штамм. Сука, как же долго все. Просто пиздец. Да о чем вы говорите, нахуй? Сколько я шем долго собираю? Два осколка за весь рейд. Чуть меня завтра. Ебать, Зоил фартовый, я ебу, блядь. Че, у него уже посох? Да ему там... Хули я, блядь, справа. Да нет, он с обычкой что-то, блядь, 5 или 7 осколков упал. 7 осколков с обычкой, это пиздец. Мы только 7 боссов убили, нахуй. Подавители убили. Разгром слева. Там вы найдете спасение, герой. Ой, я сейчас портал танком прыгну. Поможешь? Тебе пизда нахуй, если лут, блять. Если ДДшники упадут и хилы бьют. У нас и так три танка. Если чё, он, конечно, не в сове. В форме медведя. А я ваших, блядь, три танка, да. Чё, скиллы нужно падать, блядь. Право раздол. Только 2 кдпса только ты себе мапнула, нахуй, ёбаный урон. Ну, 2к это нормально, для шмотки. Т5, блядь, я всегда путаюсь, Т7, пиздан. Ты видишь, просто тут по-другому в Т5 заряжаться надо. Ты ж был в РПБ полностью. Я и так в РПБ полностью. Нам нужно в хосту. В хосту надо шмотом собирать. И соки-то надо. Ой, корова. А чтобы мне одеть эти перчатки, что я солю, мне надо Т5 грудак, блядь, которого у меня нет. Ку, блядь, Т5 нахуй, блядь. Т4 нахуй. Какой ваш самый любимый босс? Самый любимый босс? Это манекен, нахуй. Тёмный, мой самый любимый босс это Саурф, блять. Мне нравится Йоксарон. Самый тяжелый босс для меня в ЦЛК это Саурфан. Не, топчик это Огр в темном лабиринте, который. Блядь... Не, Хадир попизже будет. Хадир говно. Чё там попизжи на нём? На лужицу сбегаться. Окей, а шон ты в Иксароне, блядь? Чё? Спиной, блядь, в жопу стоять. Так, помните бег? Таура, погром, блядь. Так на личе тоже комната, почему не лич тогда? А вот если лич говорить мне про дополнение лича, то мой любимый босс это Горош. У этого Фортрик ещё комната нахуй. Под большого моба, который пуч нахуй, пудж. Какой он не так называется, конечно, нахуй. Ложи трапы, нахуй. Ледяные ловушки, которые замедляют, а не замораживают. Он называется прожорливое поганище, написано на нем. Просто пуч, нахуй, не ливный. Так он читает ники мобов и не видит пуч там, и не может никуда кинуть ничего. Надо говорить ник. Все знают, что твой пуч, нахуй, мне поставить. Вот, поставил квадрат, прочитай его ник, там написано прожорливое поганище. Первый раз услышал пуч. Написано, читай не квадрата. Так медведь всегда говорит. Блять, как вы долго хилите, нахуй? Щитблок, ты должен, блядь, стаки собирать, ну. Здесь, на этого, блядь, на этого скелета не пашет кровопускание, пиздос. Ну маленький-то один, считай, хилит, а не дрочит. Они хилят, вроде.
Чё, хилит 8 кхпса нахуй? Не знаю. Смотри, чё-то хилится у босса. Но это один маленький хилит. Ну, значит, один маленький хилит. О, хорош. То, что эти, блядь, хули по-моему. Бычьи головы минут 5-7 на ПК. Нихуя, третий осколок, вот это пиздос. Ну. Я даже, блядь, не ожидал. Ну. Ролин плащ. Ну. Блин, плащ на холи пала. За что? Не ролин плащ, нахуй, а через аддон. Через аддон забирай дикло. А что? А как так получается? А, он ролить не может, электрошамбы. Понял, да. В смысле не могу ролить? Не понял. Это нет, я это 15 ЕП. Я прыгаю. У меня стоит аддон. Ага, не разбилась. Аддон? Ладно, пусть это бойно. Так. У нас там вроде только на 3 не идет ролл, да? Ну, Тёма говорил, да. Я думаю, и оружие надо туда. То есть волыны и трини. Ну, волыны с леча, наверное, да, только. Ну, смотри, такие как катушка там, ТДТП, тоже топовое говно. Сапоги эти бесполезные кому-то нужны за 0 ГП. Хотя я их нахуй не отдам никому за 0 ГП, если даже, ну, сразу на диск. Блять, быстрее бы этого бомжа убить, да я рогой зайду на лечо. Маликет, ты ролил, нахуй? Ты дальше ретрик. Понял. И тогда забирай его крышам, просто забрал. За мейн спек у него приор выше на мейн. Потому что у него было 12%, у тебя было 11% приора. Смотри, я тебе, блядь, сейчас прям наглядно, нахуй, минус. Спам, 12.06, нахуй, диклов, 11.2. Заходим внутрь, побежали. Я же говорил, Маликет, что колба получше будет. Кто ноуф ролил? Этот шаман ноуф ролил? Он на мейн прожал кнопку. Шаман же рестор. Шмотки, которые идут как на Элема, точнее, блять, РДДшник, которые носят, и РДДшники, и хилы идут за фолк ГПН. Ты чё, никто не хуя в Дискорде не читает, что ли? Или там даже не написано? Я не читал, но я слышала, как это кто-то говорит. Поменял. Угу. Я бы, конечно, локу отдал. Я бы сам локу отдал, но, блядь, приор есть приор. Лука плащ похуже. Я и у шамана не его плащ. Кто там сзади врывается, нихуя не базарит. Мосса, ты? Ебать, тебя не слышно, на. Тебя не слышно. Очень тихо слышно. А вот так, где лучше слышно? Не намного, вообще хуёво. Я вообще не знаю, кто говорит. Я ничего не слышу.
Шамана, дай плащ Локу, если тебе не надо, на. Если ты ему уступишь. Да дай, нахуй ты позоришься, у тебя 254-й, блядь, пускай он у тебя и лежит. Сролишь с резки там. Нахуй тебе эти 50 хосты нужны. Пускай лучше Лока денет вместо духа там. Я тебе расскажу больше, Войт, там хоста как раз таки нужна, блядь. Да нужна, но сейчас-то она нахуй вообще ему не нужна. Алло. Один, два, три. Там где врывало? Как меня слышно? Шел отсюда нахуй. Ну это цель. Ты чё орешь? Меня слышно? Телефон зашел так выебываться за вписку? Да нет, у меня микрофон, короче, с наушниками наебнулись. Я ходил новый покупал. Конечно, там сидит такой, бухает водочку свою. Такой меня нормально слышно или нет, алё? Нормально. Да. Вообще какой-то хуй позвали. Как медвежонок такой стал сладкий. Сука, опять а вот сейчас у меня нормальный голос, господи, я просто влюбилась. Ну все, брей пизду и ноги, я уже в дороге. А дал тебе... Откуда ты эту цитату знаешь? А ну нахуй закрылись, блядь. Стетхэм сказал. Ебалово. А дал Диклоу, Диклоу на этот, на. Плащ, нет? Опа. Царь, пошли ниже канала, пооблизываемся, мне нужно кое-что сказать. Пошли. В смысле? Не слушай его, не заходи вместо него. Сука. Не успел. Ебать, блядь. Мы сегодня долго идем, вообще жесть. Схуя не долго, блядь, 2 часа уже спали. Мы обычно 5 часов уходим. Ну ничего, сейчас все только начинается еще. Сейчас на седре 25 лайков кузят. Не надо давать, все понял. Чтоб потом мне мозги не ебали, нахуй, что тому отдайте, блядь. Да все заебали, идите в пизду, блядь. Шел я агрить нахуй, остались и тут. Ну правильно, не проси, потом выбей шмотки нормальные. Это вот, что я хотел сказать. Начислись Малекиту, Малекиту 0.5 очков нахуй, за второй спек. Кого он там спек, а кто там спекался еще в рейде? На Холипала он спекал. Малекит, на Холипа, все. Ну одно очко. Пол нахуй. Да, там посыпал нахуй. Полочка это, блядь, охуенно. Продиктуйте мне его ник там. Маликет. Продиктовал? Да давай одно очко. Слышишь, давай я с Фроста на Аркана поспекаюсь или наоборот тоже. Да не, блядь. Это не то совсем. Тоже разбирайся. Туда входят такие люди, которые спекаются по нужде рейда. В хилах, танках. А не какой-то там ДД спек. Это особый случай должен быть, чтобы за ДД спек там что-то начислялось. Моса тут? Турбо уже будет с первой каты, я? Хорош. Я на третьей кате, блядский, не могу даже один, блядь, крестик автить. Что вы? Бесполезный там плащ за руля нахуй напала. Алло, агро нахуй. Танк нужен. Агро! Да чё,
Взорвать нахуй, потом орите агро свое. Ты лпшки накидай сначала. А я накидала. 500. А мне у сука кровотечение не пашет, ёбка нахуй этого, для кослявого, блядь. Вот нахера ты Вольт сделал перед Синдрой, сука, фуриком? А чё? Стаки лутай, да? Чё лутать? Стаки. Да похуй вообще на эти стаки. Нахера мы это скажи, блядь, я тебя отпиздят нахуй ногами. Да, шестого спека, да и всё, он шерпист тупо, а он меня хилит. Никакого шестого, блядь, если пятерон не захилит, нахуй никаких, блядь, да, дальше не... Да вайпанёмся, я тебе стопудов говорю. Будем вайпаться, пока не научится в пятером сходить. Да, это просто трата времени. Трата времени — это Алису учить танчить тьму. Согласен. Блин, мне так понравилось, ты говори. Трата времени — это Алису Кто о чем думает? И тра — это тоже трата времени. Я на Маута сесть не могу. Ну да, как бы 8 лет не лишние, блядь. Хорош. Ничего, через 2 года, блядь, заедем к ней. Алиса, а ты где живёшь? Дома. В тюрьме твой дом, блядь, на. Меня, короче, на улицу интернет привели, блять, вот сижу нахуй, игра нормально. В компьютерном клубе? Нет, на улице. Не, в гей-клубе. Почему я знал, что это именно вот это скажет? И вообще, потому что это даже. Где у нас был, блять, холипал? Как у нее было именно? Сука. Забыл. Мадина? Нет. Вот, помнишь? Ефрем? Да, Ефрем. У девушки было имя Ефрем. Нормально. Я не запоминаю тех, с кем провел одну ночь. Меня ты, значит, помнишь. Сейчас не пиздишь, он не помнит. Да. Вот, полно. Сосалки, но я и собираюсь менять, нахуй. Чё вы, блядь, не мозги парите? Зашли в нашу ночь. Эх, Войт, склероз. Ой, Винар, сделай мне себе. Какую такую ночь? А почему я не в курсе? Войт, сколько доланы давать, епэ, клыкачу? Точнее, с Ланой вместе. Блядь, а что такое с ним? Он еще после Ланы офнулся, и там башка что-то болела. Ну, давай подумаем. Лич 500, Синдра 400, это 900. Ну, 2,5, дай, да и все. Ну, 2. У тебя что-то попался сказать? Сколько там? 2,300, дай. Минус 200. Сделай себе ник Сосалкина, говорю. Он занят. Ты добавь пару хэ. Алиса, я думал, у нас любовь, а ты... Вот так вот, значит. Ну, это ты пока по наушнике бегал, все произошло. Нету. Сари, здорово. Здорово. Обманула, бро. Сари, заходи в целка на Синдру. Я вот он, кидай пати. Ты сразу императора спекай, потому что надо хил. Император будет 5-м хилом. Ты чё, тебя там 4 не справится, что ли? Ну ёбаный вот. Нет. Да не заебал депрессить, нахуй. Заебал меня передамаживать, все, короче, хила. Они даже сейчас пятером обосрутся. Там же 2 хулипал. Ну обосрутся, ГП получат. Ну. 1 хулипал. А на меня же МК кинут, да? Нет, сверх, не кидайте. Вот я не уверен, в где попали в путанице. Фортрике, ну фортрик там 3к дпс 4 будет. Путаница зеленку даст. И не умрет на путь. Нет, возможно, не возьму. Че, я танчу или нет? Шкаф поставьте, да, ты танчишь. Да. У тебя, ну-ка одень шмот свой. Вот типа с сапогами 260. А че?
Только сапоги. Запрот ему только дай. Так, ну, у вас груди, есть 3 минуты на перекур, посмотреть тактики, пососать хуи, блять, все, пошли. Если я поставлю вот грудь, то у меня Т4 разобьет. Дай ему лучше сапрот, да и все. Хотя погоди, я могу поставить грудь и сапоги, но сапоги, ой, не сапоги, а это, штаны, надо, но они, короче, надо. Сапрот. Купи, попьешь, купи один сапрот и пиздец. Тогда у меня будет 316. Да дело-то не в сапроте, там автоатака его ебашит его так, чтобы там с 2000 он умрет. Его надо хилить хорошенько. Я в хилах в этих не уверен. Да ну вот, 63к, блять, я тут танчил на ура, ты чё, гонишь? Ну, да ты... хп это не показатель, тем более тут. Надо прожиматься правильно вовремя. Ладно, пока перекур, пойду покурю тоже. Хорош. Хорош. Кстати, круассан. Надо микстурке тоже очко записать. Очко. В очко. Прописать, да. Ну за то, что это танчил. О. А, ну да. А, РС-ку, там, блядь, хуйня. Там грумагик, там что-то еще. Надо по-другому танчить. Надо, блядь, в следующий раз лучше 1-2 раза вайпнуться, но перед лезвиями ходить. Ты хочешь от них убегать? Ну да, да. Да я-то знаю как. Ну, блядь, могу просто прослакать. Так не надо прослакивать. Это ж самое, что в Каражане, то есть ничего там тяжелого нет. Войд, есть не паладин на срейне? Какого? Ну, который на замене. Я ему и подал, он сказал, надо отойти. Ну, все, типа, а все. А Вента что сидит? То же самое. Ну, Вента дальше брать не будем, да. Да, вообще я ему тоже дам. Ладно, ты давай. А я кикну. Кикай. А Моса что? Офнулся. А Моса говорил то, что он на, по работе на 40 минут отойдет. Нет, он уже потом возвращался, по-моему. Да. Сумоним царя. Царь, принимай сум. Почему назад отсылка Гера? Угу. А ты чё, мастер, завтра опоздаешь или вообще не придёшь? Вообще не будет меня завтра. Чё медвейт? Никто не в курсе. Да не, надо ему отписывать. Сейчас, блядь, царя ещё заменил. Он что-то говорил мне? Говорил, жопа трещит, пойдет, выбросит и подойдет. Мусор выбросит. Ну чё, может, поехали? Чё мы стоим? Ждем, блядь, одного тела, не видишь? Ого, это тоже пока слетаю поезд. Чё, сомалийские не ходят? Гости вон есть. Спроси, может, пойдет Сидоралич. Сука, блядь. Царь тут. Мастер, что-то за ЕПГП мне подсунул, блядь, своей ссылкой. Ёбаный в рот. Это не моя ссылка, кстати, на ЕПГП. Но... Скинешь потом в чат. Я не знаю, мне какое-то было скачано. Я даже не знаю, что это. Короче, у меня нихуя не работает. Я вроде даже по этой ссылке, блядь, писал.
Этот вот. Сквирт мастер. Кинь МК по царь обезьян. Флорибафы раздали по царь обезьян. По всем. Якутия, блядь. Шкаф поставили. Якутия. Че, после ЦВК куда-то пойдете? Ну. Надо каражан, я думаю, Миксурка, я прав? Нет, все хуйня. 10 минут перекура и турбекату делаем. О, может, а, точно, да. Минут, потому что там будет весело. В смысле, ты обещал моего ДК подождать с кристаллами? Что за хуйня? У турбо первая, у тебя какая ката будет? А, ты... Ты вроде говорил ДК. Как раз запишу. Он турбо сказал. Че на пол? Хара, блядь. А ЕП будет за первую кату? Будет. Нет. Можно это? Будет. И рыб, если можно. Рыба поставьте этому хуесосу. О, спойлер. Хорош. Виби, блядь. Красавчик. Захитите. За лупу. Спасибо, что за лупу. А дроиды баф не дадут, да? Бейте. Не дрочите. А так хотелось. Кол бы наверх на ступень. На ступеньке снизу. Они же ступенек. Ага. Вот там где треугольник сейчас стоит. Вот по этой линии. Спитяшка будет, подойти ближе вроде, да? Ёбаные стаки, блять. Не убивай. Ну, поднялись, не выше нахуй, блядь. Стоим тут, нахуй. Вышли. Царь обезьян, гарема, ДНМ, Алтрашам, чуван. Взяли рейс друг от друга. Ебать, ураки, нахуй. Нормально все, тоже вам не получил. Опа. По левой дальней стоп. По центральным стоп. Левый и центральный стоп на. Щит блок путаница третий раз ловит. Сейчас, путаница блядь, второй. Кровотечение сейчас добьет на. Чулан, блядь. Щит блок путаница, вы слепые. Первая глыба всегда. Каждая нечетная в левую сторону, но не под бок. Вторая и все последующие нахуй глыбы, которые четные, идут по центру. Вот тут, где ромбик нахуй стоит. Лево-центр. Притяжка. Стаки не копим, на. Сука, опять на мне освобожденка, уже третий раз. Сейчас еще глыба, вообще жизнь будет. Че, царь, у тебя с ДПСом, нахуй? Убрать у тебя МК, что ли, блядь? Да, вы, блин, пуляете без команды, блин. Я нифига не бафнулся. Алло, блядь, нахуй, че за расставление меток, нахуй? Блок. Вау. Он не поймал. Кто по глыбам? Правый и дальний. Разбили, красавцы. Живые, повезло. Что это ручка на? Че, сколько там процентов на переход?
притяжка 4 секунды. Вторая фаза. Щитблок налево. Налево. Ближе, ближе, вперед. Куда ты, блядь, побежал на? Поставь метки, мастер. У меня баг. Да не следующий сбил. Центр. Ушли с центра, маленький. Маленький в центр. Вина жили. Шли с центра. Дальше назад отойди, назад отойди. Утерак. Дали Геру. Топал налево. Он в рейде стоит. Налево ушел. Отлично, стой там. Винар, иди размораживайся. Фридом палить. Дайте ей пан в центр. Ушли с центра. Бейте, блядь, дайте. Бычью голову лево. Ну разбивай срочно. Не разбивайте, дайте скину стаки. Гимн на хп он назад. За центральный скинешь. Сейчас протяжка будет. Ушли в центр, 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 фортрик. Не, блин, назад, 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 сука. Прожим кутер. Чулан, центр. Не прохилили. Блять, пиздос, нахуй. Ложимся, походу. Да добей, добьете, бейте. За каждой глыбой надо скинуть. Так и скинули. Захильтесь, хилы. Женар, скиду. Скидывай, скиду. Хильте танка. Ой, назад, назад налево. Лево. Давайте прячься. Алиса, скиды. До берсы 5 минут еще. Прохил. Просто выживайте, не делайте говно, блять. Ладина бабл там. Винар хильте. Попал. Просто убегай. Попал, уйди вправо на. Убегай, убегай, убегай. Бабл. Добивайте лям. Хуй знает. Тупо в босса на. Верхильте меня, блядь. Захильте рейд. Это дамагеры ваши. На стаке забейте, просто бейте. Бейте, 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 бейте. Хорош. Да вообще нихуя, не это хорош. Не хорош надо. За это пиздануть надо по затылку. Талик упал. Талик, мастер, че у меня там по приору, какой я? Распыляй, Талик. Да, я потестю его, короче, если у меня там приор есть. Аспер 15, нахуй, ДНМ 22. ДНМ забирает, но ты, блядь, фрост, нахуй, я тебе даже, блядь, отдавать не хотел. Ну чё, я во фросте и хочу потестить. А нахуя тестить, там даже тестить нечего, блядь. Отдай, нахуй, лучше аспир. После лича. А, стоп, всё, я на рогу, на аспир. Ах, нет, это был катаде есть. Это, мастер, у меня плохая новость. Сейчас отдаем. Мне нужно в аптеку. Блин, ага, почти. Мне нужно в аптеку фастом сбегать. Да бабушке плохо. Аспер начисляю, все, я ему отдал. Кинь меня на замену, сейчас мусор возьми. Может успею, это приду. Минут 10-20. Чулану отдаю. Я на рогу, я на рогу. Давай заходи. Заебали туда.